Всем привет, с вами Андрей, он же Mac3886. И сегодня мы будем опять-таки обозревать замечательную игру OpenRA. Мы посмотрим уже, так сказать, пройденную или не пройденную миссию. В общем, тут есть и миссии. Некоторые из них можно проходить вдвоем. И вот одну из таких миссий мы с вами и посмотрим за счет программного интерфейса самой игры, которая позволяет нам смотреть. Поехали! Заключается игры заключается в том, чтобы проникнуть шпионами. Так, надо звук. Я думаю, музыку убрать. Вот так. Я думаю, меня лучше слышно. Хотя, давайте нет. Так, ну вот. Мы вылазим. Вот мы играем. Пока что мы играем за шпионов. Наша задача, минуя посты. И вот пока мы не замаскированы, мы очень уязвимы. Вот, видите, маскируемся мы под собак. И мы сейчас неотличимы от советских войск. Кстати, вот нам собак нужно избегать, потому что запахи чувствуют запах и могут нас обнаружить. Собаки, они, знаете, как и девушки, очень чувствуют запах. Так что идете на задание, не забудьте помыться. Ну вот, я, собственно, пошел чуть выше, мой брат Михаил пошел чуть ниже, и мы видим, что вот тут у нас направляется, так скажем, такой отряд из двух собак и солдат. Солдат нам, собственно, ничем не угрожает, а вот собака, собственно, может нас сожрать. Конечно, тут есть и своего рода странности, как шпион замаскировался под собаку. Это очень интересно. Ну, самые смешные и опасные моменты еще нас ждут впереди. Я вам скажу, нам эту миссию очень долго мы мучились с ней. Очень много раз пробовали, поэтому некоторые места у нас отточены до каждого миллиметра. И вот, как мы видим, у нас сейчас как бы общий вид, поэтому карта вся открыта, так что как бы ничего удивительного. Чтобы у нас было все открыто и можно было показать любой момент. Ну вот, снизу у нас собачки идут. Я и бегу сверху. Вот тут, видите, у нас тоже эти. Я, собственно, вот. Вот я бегу. Потому что на общем... Давайте попробуем переключить на вид от меня. Так. Ну, ничего не поменялось. Так что будем ориентироваться. На местности, так скажем. Вот я. Слева вот этот вот пост идет. И мне сейчас нужно так проскочить между двумя собаками и машиной, которая может вполне легко задавить, чтобы ни одна из них не прыгнула. Выжидаю момент и прохожу, собственно. И моя задача его угнать, вот этот грузовик. Так, ну тем временем Миша у нас тут что-то стоит, тупит. Вот он пошел у нас. А я вот пробираюсь в грузовик. Так, ну и, собственно, поехали.
И сейчас я подберу, собственно, Мишу. Вдвоем усложняется эта задача в том, что денег дается на Мишу в два раза меньше. В здании техноцентра, в который нужно проникнуть, естественно, тоже нужно будет проникнуть вдвоем. А вдвоем это уже не так все просто. Поэтому вся лишь разница, это время одинаково дается, что один, что вдвоем. А также минералы тут тоже ограничены. Поэтому нужно рассчитывать свои силы. Запомните вот этот танк. Мы с ним еще встретимся. Как, собственно, и с вот этими танками. Это тоже одни из таких объектов, которые еще возвращаются. И сейчас такой будет, так скажем, эпичный момент. Вот мы сюда тут подъезжаем, но тут преграждает нам дорогу солдат. И он, заглянув в машину, мы ему дали документы, с учетом того, что там сидят две собаки. Ну, для России это нормально. У нас и медведи на лайках с водкой, и собаки за рулем ездить умеют. Поэтому в России, в Америке бы нас, может, не пропустили. А в России так нас пропускают, все нормально. Две собаки машину ведут. Так что это, как говорится, все в норме вещей. И вот, тут опять-таки у техноцентра охраняет собака. Все бы очень упрощало, если бы ей не было бы этой собаки. Можно было легко, непринужденно так налегке забегать. Но собака есть, и поэтому приходится делать вот такие маневры. Я обратно высадил Мишу. И вот, собственно, я поехал. Потому что пытаться пройти самому вот это очень опасно, и собака стопудово загрызет. Поэтому я пробираюсь на грузовике. И вот так аккуратненько пробираюсь в техноцентр. Ну вот, видите, мне удалось этот маневр. Я пробрался в техноцентр. Ну-ка, может, нет. Вот так. Что так? Чуть-чуть, чтобы что-то не было уж сильно так тишины. Так, ну вот, видите, теперь то же самое нужно проделать моему брату. Михаилу. Да, и если нас смотрят из Германии, вот видите, он тоже пробрался туда. Собственно, сейчас и начинается самое интересное. Да. И если нас смотрят зрители из Германии, то Guten Tag, мэны там, сэры. Ого. Ну вот, я тут зелененький, а мой брат Михаил синий, ну, что-то он чуть-чуть затупил, ну это, ничего страшного, сейчас все начнется. И вот мы тут нас высадили, и мы начинаем, собственно, отстраивать. Обратите внимание, что еще одна сложность заключается в 30 минут времени. К сожалению, в режиме просмотра не появляется еще одно специальное меню заданий, поэтому буду рассказывать, как сам помню. Мы проникли
так скажем, в эту лабораторию советскую. И после этого мы узнали, что где-то здесь, в техноцентр мы проникли. После этого мы узнали, что тут действует лаборатория. И чтобы она не стала активна, нужно уничтожить все советские здания, которые тут есть. Вот, собственно, это нам и надо сделать за 30 минут. Этим мы, собственно, и займемся. И вот мы строимся. Вот эти здания, собственно, подлежат захвату с небольшой охраной. Вот видите, ровно 30 минут осталось. И еще одна сложность, что технологический уровень у советов-то повыше будет. У нас нету такой роскоши, как вертолетные площадки там, или там Тесла-танки, или, допустим, крейсера. И даже машину со штабом мы себе тоже не можем позволить. Хотя и можем построить, допустим, ремонтную площадку. Также даже нет у нас артиллерийских танков. Поэтому, собственно, что есть, тем и приходится воевать. Ну и помимо той сложности, что минералов не очень много. И вот видите, один из постов замечает нас и начинает атаковать бараки. И еще один из моментов. Как вы заметили, тут один лишь мост. Если его уничтожить, а его будет уничтожать непременно вот этот танк, в случае, если мы нападем на одно из их зданий. Поэтому надо как-то уничтожить этот танк, чтобы пробраться на тот берег, либо пытаться это делать по воде. Но по воде это гораздо труднее, потому что тут много подводных лодок и всякое. Вот я своевременно отстраиваю дот, и он справляется со всеми нападающими и, так скажем, все здания спасает. Отбились с первой атакой, так скажем. Хотя больше это тоже на патруль. И тут у них очень все, так скажем, расставлено. Но мы же русские люди. Мы всегда против обороны придумаем что-нибудь эдакое. Ну, для начала я вот делаю, как это водится, пехоту с базутчиков. Почему именно базутчиков? Потому что вот эта машина, которая тут ездит, собирает минералы. Не то, что она так сильно мешает, но чем больше она соберет, тем больше, меньше мы соберем. Это и логично. Ну, мы можем посмотреть вот статистику, которая у нас есть. Вот видите, у советов 19 тысяч денег. У Миши 500, у меня вообще этих денег нет. Так что очень это, на самом деле, громадная мощь. Хотя уровень сложности, признаюсь, не такой большой, вся проблема заключается во времени и обстоятельствах. Вот я попытался было заманить солдата, и вроде бы как бы заманил, но он только и убил одного, который его заманил. Это очень, кстати, бывает
полезно. Я отстраиваю стеночку вокруг дота. Очень бывает полезно чем-нибудь быстроходным таким, чем-нибудь таким единицей техники прорваться через базу врага и тем самым собрать всю защиту, которая там располагалась, увести и в этот момент с другого фланга напасть на беззащитную базу. Тоже как бы хороший ход тактический. Ну, цифры владения, это я бы сказал, ни о чем не говорят, естественно, у советов. Ну, давайте посмотрим, на данный момент 58% владения территории у советов. А, и посмотрим производство. Ну, тут они ничего не производят. Миша сделал тяжелый завод. Я строю морской порт для кораблей. Не случайно. Тут нету никаких случайностей. Он нам пригодится, чтобы как раз по воде очень быстро пробраться к вот этому, так скажем, блокпосту. Из танка нескольких солдат и собачек. Пробраться туда реально через ихнюю эшелонированную защиту только по воде. За счет быстроходности и аккуратности кораблей. Потому что можно и десятки кораблей послать, и они будут уничтожены одним кораблем. Поэтому нужно передвигаться очень аккуратно. У нас остается 26 минут. И как бы... советы у нас продолжают потихонечку собирать минералы. И так скажем, так, как бы нас приглашая к себе в гости. Мы тоже не сильно пока торопимся, время еще позволяет. Вот я морской порт, или как он правильно, отстраиваю и уже собственно могу производить корабли. Да, я не сказал, что денег, если когда ты проходишь эту миссию один, то дают тебе 5000. Но естественно, когда проходишь эту миссию вдвоем, то дают каждому по 2500. Да, согласен, это очень мало, с учетом, что и минералов тут не очень много. Поэтому, и именно поэтому, у нас такая небольшая, скажем, скорость производительности в начальном этапе. Я решил, что это место себя исчерпало, и решил перестроиться в более удобное место, так как машины вот эти, которые есть, они единственные, к сожалению. И новые, в случае чего, нам не удастся отстроить, только если захватывать, допустим, штабы противника. Ну, не очень, скажем, удачно взрослый, потому что солдат стал доставать. Это я уж вообще в наглую около них построился. В любой другой ситуации бы и с реальными игроками меня бы давным-давно бы бомбили. А тут я вот так спокойно подманил своим штабом солдата, и он стреляет не в солдат, а в штаб. Ну, такими темпами он может стрелять очень долго, я вам скажу. Ну и базучки тоже, так скажем, не такой большой урон ему наносят.
только лишь за счет количества с ним справляется. Вот. И первые жертвы у нас тоже есть. Миша стал производить шпионов. Пользуясь тем, что шпионы тут могут маскироваться, ну они, собственно, и в остальных этих миссиях, и даже с реальными игроками могут маскироваться. Вот, вот. Кстати, у нас пошло тут движение через мост, который такой мосточек слева от меня. И те самые танки и солдаты, которые нам попадали в самом начале игры, стали движение. Ну я, видать, этот момент не вижу. Почему-то в противоположном направлении побежал. Но тут стоит один дот, который в первую очередь стреляет вначале по солдатам. Вот, я замечаю, что помимо солдат там и танки есть. И атакую в первую очередь танки, потому что... Хотя... Им и мешает стена. Хотя и стена и бетонная, ну, все-таки в один круг она установлена. И, так скажем, пользуюсь тем, что... Они разбомбили один квадрат стены. Ну, я уже из один танков уничтожу. Как вы понимаете, что урон тоже незначительный наносится дотом. Ну, тем не менее, базучики справляются. Я строю электростанцию. Так скажем, это все-таки тактическое строительство, дабы построить тут пушку. Потому что, как бы... И поэтому построил электростанцию, она выполнила свою миссию. После этого ее, собственно, можно и продать, что я, собственно, и сделал. И пушка тут очень весьма удачно расположена. Миша сделал 3 шпионов. Я уже построил 5 корабликов. Ну, пушка стреляет по всему, что достает. Дабы враги не проявляют большой активности. Миша тут разбежался шпионами. И как мы видим, что в нашем месторождении минералов уже осталось не так много. И танк в ответ стал атаковать пушку. И кто кого, танк или пушка? Я, видите, да, вот только сейчас стал ремонтировать. Ну, даже не стал ремонтировать. Пушка вполне бы справилась с танком. Так что, тяжелого танка и пушки выиграет все-таки пушка. Так, тут 6 корабликов у нас уже готовы к отплытию. И сейчас вы, собственно, увидите, зачем они тут. Вот появился 7-й корабль. Так, ой, 7-й. Ну да, все правильно, 7-й. Все. И флот у нас поплыл. И с этого момента у нас начинается водная операция. И чтобы уничтожить тот танк, нужно
как можно меньше потерять по пути кораблей и постараться не попадать под огонь подводных лодок и колец Тесла, в том числе и ракетниц. Вот. Тем временем Миша стал перемещаться своими шпионами потихонечку. А я тем временем весьма удачно продвигаясь мимо подводных лодок, хотя вот тут две торпеды долетают и один из кораблей сейчас будет мне потерян. Да, один из кораблей я теряю. Тут ракетница вроде бы как бы попадала точно по кораблю, но каким-то чудом ракета как бы в последний момент уклонилась. И я уклоняюсь от череды торпед, чтобы... Да, я вот тут замечаю, что кольцо теста меня атакует, и резко ухожу вправо, чтобы уйти и от торпед, и от кольца теста. Да, и мне это тоже удается, и потом я понимаю, что все, собственно, от торпед я уже ушел, и плыву прямо на танк, который и нам и может составить большую проблему. Собственно, я и уничтожаю в первую очередь тот самый танк злополучный. Танк больше нам не угрожает. И я решаю уничтожить и подводную лодку тоже. Подводная лодка тоже уничтожается. После этого я... Ну вот видите, у нас тут появляется солдатик. Мы видим, что Миша тут, замаскировавшись под солдат, делает свое, так скажем, грязное дело. Но если я не ошибаюсь, он замаскировался под гранатчиком. По-моему, вот. Ну, я теряю два корабля из трех. Тем не менее, все, водная операция удалась на славу. Уничтожаю все, что только можно. Хотя у корабля не очень много жизни осталось. Вот, Миша тут устроил подрывную акцию и уничтожил бочки. Диверсия, я бы сказал, удалась. Солдаты из зданий получили урон. У нас тут еще одно место остается бочки. И вот видим, что тут у нас пробирается солдат, но на самом деле это солдат Миша шпион. И он сейчас таким же макаром, как и, собственно, я, в начале игры проберется мимо двух собак и сделает, наверное, что-то нехорошее. Я тем временем уничтожаю близлежащие пушки, до которых это стоит. И вот тоже акция удалась, солдаты погибли, взрыв произошел. Я тем временем, чтобы захватить вот эти здания, кораблем
собственно, уничтожаю охрану. Миша это замечает и решает как бы избавиться от очередных бочек. Вот, и остается только, собственно, один солдатик. И Миша, собственно, довершает все это действие. Так, и у нас остается уже 20 минут. И, как скажем, посмотрите на ситуацию. Пока что нам только удалось тут все прочистить, все пути. Что касается статистики, давайте посмотрим общую статистику. Видим на данный момент. На данный момент у меня 1000 денег, у Миши 2200, у Светок уже 25 тысяч. У Альянса 5000, ну 5000 это у кого? Хотелось бы, конечно, узнать. Ну видите, если наводить на конкретно, то можно. Да. Вот. А мы продолжаем, собственно. К сожалению, кораблик был уничтожен, хотя у него не очень много жизни оставалось. Но тем не менее я не отказался от водной операции. Так как первый прорыв вполне удался, я решил продолжить все это действо. А Миша тем временем решил прочистить дорогу с правого фланга и пробивая такую вот эту стеночку из мешков с песком, по-моему. Скапливаю, собственно, вот. У нас уже 18 минут, у нас еще есть, дабы все успеть сделать. Так, и вот я сделал кораблики, Миша тем временем тоже свернул штаб, чтобы перестроиться. И я захватываю вот эти три здания. Корабли почему-то сагрились на эти здания, не знаю почему. Ну, не нравится им, наверное. Вот я захватываю одну из площадок вертолетных, которая в будущем послужит мне верой и правдой. И я очередное здание захватываю. И вот, и по одному кораблику. Вот видите, я сманеврировал это. Пошел в маневр, чтобы сохранить большее количество кораблей. К сожалению, нет, даже к счастью, нет, все корабли после этой стычки уцелели. Я решил не посылать корабль на верную смерть, отправил его на ремонт. У меня осталось еще два корабля. И я выбираю очередную подводную лодку. И вот стараюсь так уйти из-под огня. Мне это удается, но корабль почему-то стреляет не в том направлении и получает, скажем, пробоину. Ну и он, собственно, тоже
и уничтожает. И подводная лодка против корабля, кто кого. Ну, подводная лодка преимущественно запускает по две торпеды. И одинаковое количество жизни. И, собственно, я не успеваю уплыть от торпеды. И вместе погибаем. Между тем временем с правой части прорывается и уничтожает все оборонительные здания, так как эту базу тоже вполне может захватить, аккуратно убрав всю охрану. Большой угрозы она, собственно, не представляет. Мы видим, что Миша одним из джипиков проехал вокруг. Это не специально, он тем самым заманил всех солдат, которые были у них на базе. И они, как видите, все сами сбегаются на свою верную смерть. Ну и все, у нас, собственно, остается одна пушка. Ну, я тут с базучиком, конечно, поторопился. Тем не менее, что касается ресурсов, деньгами у нас по-прежнему напряжёнка. И мы, точнее, Миша уничтожает тут последнюю пушечку, которая там могла как бы-то еще сопротивляться нашим захватам. И все, танки свое сделали и, собственно, уходят. Особенность компьютера, что в случае опасности, да, он просто берет и продает здание. И так он делает, собственно, со многими зданиями, может, за исключением таких важных зданий. И вернемся к нашему времени. У нас остается уже 16 минут. И, видимо, у меня продолжается водная операция. Я сделал еще пару корабликов. И я попробовал не вступать в прямой бой. Хотя вот уже как понял, что не прорваться. И решил, собственно, атаковать. И прямо выйдя на корабль, у корабля есть особенность, вот он может торпеды свои пускать. И не оставил подводные лодки шансов. Хотя и она меня тоже убила. В очередной раз ничья. Хотя кто-то скажет, конечно, корабля-то у тебя два была, подводная лодка один, так что одно очко в пользу подводной лодки, ну, и так тоже можно сказать. Я увидел, что путь-то, собственно, свободен, и опять-таки перестраиваюсь, но увидел, что там пару солдат и танк, и побоялся рисковать, чтобы туда выезжать. И вот решил пока тут вот ближайшие здания захватить. Ну и как бы вот с деньгами уже более-менее стало. Ну вот и захватывают потихонечку электричество. Продолжают строительство новых кораблей. Миша тоже вот сделал своего инженера, чтобы заполучить вертолетную площадку. И тем не менее, пока мы все это делаем, и время тикает, и время работает против нас в этом случае. Если посмотреть на базу советов, тут очень много зданий, как и, собственно, и живой силы.
Ну, задание уничтожить только здание, собственно. Мы видим у них и кольцо Тесла, грамотно застроенное стеной, дабы увести его из-под огня танков. Ну, потому что для базутчиков это преграды не будет, как так же, как и для вертолетов там, или, допустим, самолетов, или там артиллерии. Ну, я решил рискнуть и отстроиться вот так вот прямо у них под носом, в наглую. Чтобы ускорить процесс захвата территории. Что касается захвата территории, может сейчас, ну, как мы поняли, 58% было у советов. Но видите, уже цифры изменились. 12 территорий. Ой, 11% территории контролирую я, 9% Миша. И советы уже контролируют только 43%. Посмотрим, что же будет в конце. Так. А если смотреть экономику, то, как мы видим, у советов на данный момент 27 тысяч. У Миши 4800. И если смотреть общий баланс денег, то видим, что как бы... По деньгам преимущество, так скажем, не столь критично, ну, в 6 тысяч, много ли это или мало. Увидим, что у нас, собственно, будет дальше. А если смотреть по убитым и уничтоженным, то тут у советов, конечно, картина весьма печальная. Так, ну и мы видим, что тут началось передвижение. Миша сделал несколько танков, которых ремонтируют ремонтники, а техников лечат врачи. И я не зря сюда подогнал вертолет. Я понял, что по два корабля на одну подводную лодку это слишком дороговато получается. И я вот такой план. Подводная лодка уплывает, и я его и уничтожаю вертолетом. И уже добивает торпедами. План хороший, но тем не менее один из кораблей я потерял. Ну, я еще раз, тактика работает. Можем пробовать дальше. Тем временем Миша очищает проезды от солдат. А вертолет у меня выдвигается на исходную позицию. И зависает вот над подводной лодкой. И... все-таки кораблю не удается выжить, но тем не менее все подводные лодки с правого берега, если от врага, и с левого берега, если от нас смотреть, уничтожены. И, собственно, теперь ничего не угрожает, чтобы идти атаковать близлежащие подводные здания. Я решил, раз вертолет остался, можно сейчас тут что-нибудь еще тут настрелять. Миша тем временем уничтожает потенциальную угрозу, которая над нами зависала. А времени у нас уже остается все меньше и меньше. Уже остается уже 12 минут с копейками, так скажем. Мишины 4 танка. Да, эти тот отряд из танков
медиков и техников, которые он сделал, он до сих пор продвигается и уничтожает все новую и новую технику. Тем временем меня корабль продвигается по воде, дабы уничтожить близлежащие электростанции. Потому что пока электростанции не уничтожены, суваться на их базу весьма опасно, так как будет потеряно большое количество и техники, и людей, так как там и огненные пушки, и кольца Теслы, и тяжелые танки, и собаки. А с наличием кольца Теслы это все еще больше ухудшает. Ну вот, я начинаю убирать все ненужное с электростанции. Порядком поднадоел этот солдатик, я решил его отправить в другой свет. Миша тем временем продолжает уничтожать близлежащие танки, технику. Ну, как мы видим, силы весьма неравны. 4 танка против 1 тяжелого танка. Еще и плюс техники. Они просто какими-то бессмертными становятся. И даже с учетом, видите, что еще и врачи, и техники. За счет этого только, собственно, угроза может исходить только от собак. Ну и, допустим, артиллерии. Но артиллерии у врага нет. Из дальнего вот есть ракеты. Тем временем я атакую электростанции, чтобы у советов пропал свет и электричество в том числе, а времени остается у нас уже 11 минут. И 4 танка, да, вот так вот долго стреляет по одному солдатику. И временем я решаю помочь кораблю, чтобы процесс как-то побыстрее пошел у нас. Но вертолеты пока что не летят, потому что пока есть электричество, угроза от пушек и будь сбитыми очень велика. Поэтому вертолеты ждут своего часа, когда путь будет открыт, чтобы уничтожить электричество. И этот солдатик все-таки ж умирает. Конечно, силы были не равны. И шансов-то у него, прямо скажем, было не очень много, с учетом количества врачей. Ну что, даже простой солдат, сражаясь с другими такими же солдатами, ну вот, они советы пугаются и продают электростанцию. А может быть, от безысходности
и я решаю и атаковать электростанцию аккуратненько. И как раз я не попадаю в зону действия. В зоне действия пушки. И у них, видите, пропадает свет. И у нас остается меньше 10 минут. Все, электричество пропадает. Миша решил, скорее всего, группироваться. Я продолжаю уничтожать ближайшие электростанции, дабы было наверняка. И видите, у нас активное действие пошло. Танки, врачи и техники пошли в активное наступление. Собственно, сейчас никто им не мешает. А как вы понимаете, что танки практически бесполезны против. Ну тут собака, к сожалению, всех загрызает. Всех до единого. И танки остаются, собственно, без полевого ремонта. Тем временем, я продолжаю читать электростанции. Но за счет количества танков продвижение продолжается. И если мы посмотрим на статистику убитых и уничтоженных, то пока что по этой статистике я уничтожил 42 единицы вражеских юнитов. А мой брат Михаил 37 уже. У советов, хотя эта циферка побольше, но они потеряли тоже, естественно, гораздо больше. Да, скажем, статистика пока что весьма положительная. И пока из 10 танков врагу удалось уничтожить только 2, советы несут тут большие потери. Тем временем еще танки, еще техники уже у Миши наготове. И они уже просто от безысходности продают здания. Хотя могли бы с этих зданий произвести даже и мамонтанки. Мы пользуемся, так скажем, беспомощностью врага. Но время тикает у нас. И 8 минут осталось. Я уже вот последний из электростанций, до которого можно дотянуться, уничтожаю. Все это просто и остается только уничтожать. Продавать здания. Из охраны осталось там несколько солдат, один танчик и одна ракетница. Против 8 даже средних танков это просто ничтожная мелочь. И Миша продолжает свое наступление. Ну а мой корабль тоже продолжает уничтожать ближайшие здания. Я решил организовать воздушный десант, воздушную зачистку, так как в воздухе никто не угрожает мне. Разве что мамонтанк. И так скажем, уничтожить ближайшие пушки. И продолжаю уничтожать все пушки, которые там, собственно, есть. Но я специально не улетаю, чтобы нанести урон мамонтанку, потому что
заряжается это очень долго. И поэтому, так скажем, с собой протаранит. Тем не менее, к мишенным танкам подоспели техники. Танки уничтожают все новые и новые здания. И солдатам Светов только и остается уничтожать. Техников. Хотя после появления техников они практически неуязвимы были. Стали танки. Тем временем Миша не случайно не стал добивать штаб. В этот момент мой инженер уже наготове, дабы захватить их штаб и использовать их в своих целях. Я Мише подсказываю, что просто уничтожь пушки, так как они, от них может быть прямая угроза быть. И Миша просто-напросто уничтожает эти пушки. Вот, кораблик у меня в одиночестве стоит, скучает. Мало чем, для чего он там может такое значительно уничтожить. Вертолеты у меня скапливаются. А время у нас тикает. 6 минут у нас осталось еще в распоряжении. И я решил, так скажем, проплыть из другого берега, прорваться через подводные лодки, которые там у них стоят, и одновременно и полетел еще и вертолеты полетели на другой берег. Мишины танки сгруппировались. И мы видим, что кораблики у нас продвигаются. И тем временем вертолет уничтожает ракетницу, за ним и огненную пушку. В общем, все то, что нам может помешать. И мы видим, что корабли это удачно, так скажем, проплывают. Первый корабль отвлекает на себя внимание подводной лодки. Ну, это, видать, просто какой-то баг. Торпеды поплыли по земле. Ну, вы сами понимаете, что такое. Невозможно, но тем не менее, как-то вот такое произошло. И вот вполне удается там проскочить кораблям. Я специально зависаю над ихними солдатами. Да, возвращаться уже очень долго, перезаряжаться им. У нас остается 5 минут. Мой корабль помогает мишенным танкам с воды. Я захватываю штаб Советов и выдвигаюсь на другой берег. И чтобы помочь расправиться с ближайшими техниками и солдатами, задействую корабли, которые слева проскочили. И остается у нас уже меньше 5 минут, а здание тут еще, как вы видите, еще порядочное. И даже еще и несколько мамонтов.
Несмотря на численное преимущество, время у нас остается не очень много. С учетом того, что некоторые пушки еще функционируют. Огненным пушкам электричество не нужно, они могут, так скажем, работать автономно. Поэтому вот я уничтожаю те, до которых собственно достаю. И я вот как можно ближе стараюсь построиться. И сразу отстраиваю свое здание, чтобы поддержать атаку, так как время у нас остается уже менее 4 минут. Самое есть такая тонкость. Если вот этот техноцентр будет уничтожен, неважно нами или самими советами, то миссия будет сразу провалена. Поэтому техноцентр в любом случае должен уцелеть. Если он будет уничтожен, то миссия будет провалена. И я делаю солдатиков простых. И как вы поняли, остается у нас 4 минуты. На все про все. Чтобы ускорить процесс, я решил не уничтожать их здания, а просто захватывать. И вот сразу несколько мишенных танков попали под огонь ракетницы. И она накрыла 2 танка разом. И я выдвигаюсь инженером, дабы захватить вот это вот ихнее кольцо Тесла, чтобы уничтожить всех, кто поблизости находится. Тем временем, пока Миша уничтожает технику, я захватываю ближайшие здания. И тут у них из техники остается, собственно, один из мамонтанков. И чтобы разделаться, вот я тут захватываю у них эту Теслу. И сразу же мамонтанк уничтожает, собственно. Зданий осталось не так много, но есть и здания снизу. Чтобы не возникли проблемы с верхними зданиями, я просто-напросто решил их захватить. И как вы видите, у нас около техноцентра будет 2 грузовика. В грузовике, который сниже, находятся солдаты. Эти солдаты сразу будут атаковать техноцентр в тот момент, когда они вылезут. Этого тоже нельзя допустить. Поэтому и сильно напугать грузовик тоже нельзя. Вот, собственно, очередное кольцо Тесла захватил. Здание осталось, скажем, из десяток зданий. И счет у нас уже пошел на минуты. Хотя зданий не так много осталось. Но времени у нас осталось
2 минуты с небольшим. И мы уничтожаем ближайшее здание. Кольцо Тесла тоже наносит урон зданиям, которые поблизости находятся. Ну, я попытался было уничтожить эту пушку. Ну, одного вертолета оказалось мало. Ничего не меняет. И тем временем осталось у нас 2 здания, и пошла уже, нет, пока еще не пошла, но остается у нас ровно 3 здания. Одно из них находится прямо над техноцентром. И вот так вот, простыми пехотинцами, чтобы не спугнуть грузовик, я просто его беру и уничтожаю. Опасность уничтожить ту пушку танками, они могут накрыть и техноцентр. Этого нам, собственно, не надо. И у нас уже пошла последняя минута, и осталось последнее здание. Удастся или нет это сделать? Последнее здание, и подтягивается один из танков, потому что солдат явно не справляется. Вот подходит и второй танк. И нам удается это сделать. Мы уничтожаем последнее здание. Лаборатория дезактивирована, и, собственно, миссия у нас выполнена. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь в группу ВКонтакте, ссылка будет под этим видео, и будем играть, собственно, в OpenRA вместе. Вместе, как известно, играть всегда интересно, тем более, если с кем ты играешь, говорит на твоем же языке. Что? Всем пока-пока!